Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. Итак, в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же вернуть возврат средств за подписку, либо же за какую-то покупку, которая вам не понравилась, чем-то не устраивает, обратно на карточку. С чего же мы начнем? Мы начнем с того, что мы перейдем в настройки. Наш Apple ID, жмем на iTunes и App Store, на наш Apple ID, посмотрите Apple ID, введете пароль, либо же что у вас там будет по Face ID, по Touch ID. Но мы в данный момент будем подтверждать на по Touch ID. Приложили пальчик, ждем. Идет загрузочка учетной записи, смотрим, опускаемся ниже, история покупок. Конкретно переходим туда, куда нам нужно. Сейчас грузится та информация, по которым у нас были совершены покупки и подписки. Вот давайте возьмем там, где уже что-то было. Вот, допустим, возьмем игру. Жмем «Отправить повторно». Вот, нам все пришло на почту. Нам теперь нужно отсюда выйти, перейти в почту. Итак, вот, нам пришла квитанция об оплате. То есть, точно то же самое, когда мы делаем покупку. Но здесь нам нужно написать «Сообщить о проблеме». То есть нажать на «Сообщить о проблеме». Нас перекидывает на сайт Apple. И опять же подтверждаем наш Apple ID, чтобы наша регистрация была конкретно от нас, чтобы мы 10 раз не уводили наш Apple ID. Дальше выбираем нашу проблему. Я хочу запросить возврат средств. Здесь вы указываете причину там. Потому что я жлоб. Но это, конечно, не так. Вы укажите причину, что вы совершили случайную покупку, просите там извиниться, там можете свернуть на своего младшего брата, неважно, жмете «Отправить» и все, и ждете результатов по факту. Вот, допустим, мы нажмем. По нашим данным, покупка не соответствует условиям возврата средств. Но это ж такое дело. Но если это будет купленное приложение, либо же какая-то подписка, либо же здесь есть какие-то сроки, и вот такая вот беда. Вы, по крайней мере, сможете вернуть свои средства и не переживать. То есть поняли, как это нужно сделать? Переходите в настройки Apple ID, вводите «История покупок», переходите, выбираете вам нужную историю покупок, вам приходит на электронный адрес на ваш Apple ID почту квитанция об оплате, то, что вы там оформили, неважно, что это будет, либо подписка, либо же это приложение. Переходите, опять же, и оформляете вот такую вот претензию. И за это вам вернут ваши средства. Желательно, чем скорее, тем лучше это будет в этот день, на следующий день. Но если это будут уже большие сроки, то вам ничего не вернут. В принципе, все будет в описании. Зайдете пошагово. Если вы так что-то не поняли, там наглядно будет написано черным по белому, вы разберетесь. Вот как-то так. Если вы знаете еще какой-то способ, ставьте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. И как бы этот способ также относится к App Store, когда вы не можете обновить или скачать какие-то приложения. Вы просто совершили какую-то покупку, не полностью сняли средства с вас, и вы попадаете в черный список. Решение данной ситуации вы можете посмотреть у меня на канале. Всем пока!